откуда в Казань приехали? Город Волгоград. Уроженка Волгограда. Казань, уроженка Волгограда, приехала явно не для изучения достопримечательностей. Пробыв здесь всего несколько дней, она познакомилась на улице с пожилой женщиной. В считанные минуты та ей рассказала о всех проблемах, которые ее тревожат. Кого обманывали? Мошенничество. Кого обманывали? Бабушка. Она рассказала, что на остановке общественного транспорта к ней подошла незнакомая женщина и, заведя непринужденную беседу, поинтересовалась ее здоровьем. Заявительница посетовала на больные ноги. Собеседница же стала убеждать ее в том, что во всем виновата сильный сглаз и порча. После чего пенсионерка согласилась на проведение ритуала. Мошенница попросила принести все имеющиеся в доме деньги, поскольку они негативно влияют на жизнь и здоровье женщины. В условленное время они встретились во дворе дома пенсионерки, где бабушка передала все свои сбережения незнакомке. Момент, где пожилая женщина идет под руку со злоумышленницей, запечатлели камеры видеонаблюдения. Всего у пенсионерки пропало 100 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемую в Ивановской области и доставили в Казань. В настоящее время решение Московского районного суда 43-летняя подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», продолжается. У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемая причастна к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории города. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».